профессор! Феликс выступает по телевизору. Он собирается показать нам, как делать алмазы. Алмазы? Здравствуйте, Феликс. Как я понимаю, вы заставили работать молнию. Верно. Я покажу вам стержни, которые собирают молнии. Молния притягивается с неба и направляется в выпрямитель, а затем используется для различных целей. Вот здесь замороженные молнии. Они настолько мощны, что крошечным кусочком можно вскипятить воду или нагреть ванную. Великолепно, Феликс. Положите назад замерзшую молнию, пока она не расплавилась. Ну, а теперь расскажите, как вы превращаете уголь в алмаз. Хорошо, смотрите. Вот что нам нужно, Тугодум. Следи внимательно за всем. Уж я постараюсь. Я беру большой кусок угля и кладу его в электронный преобразователь. Все, что нам теперь нужно, это гроза и больше ничего. Возможно, придется подождать. Ну уж нет, это может занять несколько недель. Эй, босс, грозовое предупреждение. Хорошо, приближается гроза. Вот, простая молния. Зигзагообразная молния. Великолепный алмаз. Тугодум, идем в гости к Феликсу. Приготовь медвежий капкан. Шш, Тугодум, мы уже близко. Гроза? Нет. Замороженная молния такой формы должна храниться в холодильнике. Феликс, тебя прихватило молнией. Мы забираем твою грозовую установку. Нас очень заинтересовало твое открытие, как превратить уголь в алмазы с помощью молнии. Да-да. Держитесь подальше от моей лаборатории, или я буду вынужден вас арестовать. Феликс, ты кому угрожаешь, мне? Ай-яй-яй-яй-яй, Тугодум, убери его. Куда, босс? Привяжи его к метеорологическому зонду. Феликс, не суетись. Я вернусь, и вы за все заплатите. Пока, болван! Босс, это стержень для улавливания молний. Быстрее, Тугодум, неси уголь. Дорогу будущим алмазам! Ага, здесь электронный выпрямитель, который распределяет молнии для различных целей. Все ясно. Босс, вот здесь он должно быть хранит замороженные молнии. Тугодум, убей эту молнию. Если она растает, то будет опасной. Хорошо, назад, внутрь. Эй, босс, посмотри, грозовая краска. Тугодум, прекрати играться и заполни электронный преобразователь углем.
И мы сможем превратить уголь в алмазы. Это по мне. Эй, профессор, нам нужна теперь только молния. Гроза есть, но она слишком далеко. Тугодум, что это за шипящий звук? Босс, замороженные молнии тают. Тогда закрой дверь. Слишком поздно. Пригнись! А! 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 Я должен обогнать эту грозу. Быстрее, тугодум. Прячемся в преобразователь. Ой, я ведь могу удариться о грозовой стержень. Ну, где эти негодяи? Вот и гроза. Ну и смышленые мы ребята. Это верно.